У нас по данным, что вы считаетесь умершей. Нам с центрального района, с центрального ЗАГСа города Новосибирска пришли сведения о том, что вы умерли еще 8 июля 2020 года. Меня эта новость повергла вообще в шок. И я говорю, а с кем вы тогда разговариваете? И что мне сейчас делать, подскажите? Она подала информацию о моей смерти в 10 инстанций, ну, таких как налоговая, страховая и так далее. Что меня везде заблокировали. Вот, выдали мне эту справку, и я уехала домой. Информация с моей смерти идет с больницы, с 25-й медсанчасти. Спрашивала, обращалась ли я туда в последнее время, не теряла ли я паспорт, какие-то другие документы, медицинский полюс, нет ли у меня родственников с такой же фамилией и так далее. В данную больницу я не обращалась на протяжении последних 20 лет точно.